Я готовилась к этому всю свою жизнь, но... Я не так себе все представляла. Разведданных почти нет, но провал недопустим. Манхэттен уже в блокаде, Бруклин еле держится. Такие люди, как мы, это последние защитники города. Сейчас почти все эти районы контролируются преступными элементами. Берут, что хотят, да убивают, кого хотят, потому что некому им помешать. Учитывая размеры территории и число бандитов, эти волки вас растерзают. Капитан, мы сами волки. Это мои люди. Это мой город. И мы его отобьем.